Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Чердак Норбу. У кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер. Мы с вами находимся в Мегатоне, как, собственно говоря, в прошлый раз мы и остановились. И в этот раз у меня какого-то четкого плана на эту серию нету, что чем мы займемся. Я думаю, что мы, наверное, пойдем в сторону нашего основного квеста, но я думаю, что мы до туда не успеем дойти, потому что будем встречать какие-нибудь новые локации, возможно, какие-то новые миссии. И на этом, как бы, мы, наверное, и будем, как сказать, ну, будем, короче, вот этим всем заниматься. Что-нибудь еще увидим. Так, попасть в убежище 112, да? Карта мира. Да, ну, пойдем потихонечку. По пустошам побродим, увидим, что творится. Может, что-то интересное найдем. Какие-нибудь персонажи, квестов, еще кого-нибудь. Торопиться особо я не буду. Буду идти, разглядывать, в общем, такая вот. Свободный полет, серия, миссия. Может быть, что-то интересное увижу. Куда-нибудь сверну. Что-нибудь обнаружу. Попытаемся изучать, так сказать, лор. И какие-то, не знаю, может быть, интересные пейзажи увидим, еще что-то. Поэтому не спеша, не торопясь. На улице день. Утро. Погнали. Здорово. Хе-хе. Помощник Велт. Добро пожаловать в Мегатонну. Такой забавный вообще. Заходи, гостем будешь. Да какой гость, я там живу уже, ты меня в лицо должен узнать. Так, смотри, по поводу информации. Так, заметки, так, задание, снаряжение, боезапас, так. Заметки, радио, статистика. А, вот я хотел посмотреть свою карму. Очень добрый, идеал. Представляете? Трупов съедено 0, роботов разобрано, пленников освобождено, пупсов найдено 0, книг прочитано 7, штанов взорвано, нифига себе, карманов обчищено, мастер убеждений. Так, ну понятно. У меня, короче, всех больше существ убито, локации обнаружено, людей убито. Получается, существа это, наверное, всякие монстры. Ну давай-ненько. Давайте не спеша. Пойдем по нашим пустоши столичной. Так, карта мира. Так, что тут у нас больше не открывается. Так. А тут прям напрямик, в принципе, не так уж и долго идти. Если уж прям так разбираться. Ну, пойдемте. Ищем ботяньку. Что-то я не перезаряженный почему-то, не знаю. Так, погромче маленько сделаю, не знаю. Чтобы слышно было. Так, ну идем. Да, стены, конечно, из всякого мусора поназделаны. Всякие какие-то железные профлисты, балки. Но главное, что это защищает стены. Так, тихо, враг. Круто, крыс. Хе-хе-хе. А я его так не буду убивать. У меня есть супер оружие для них. Где этот репеллент? Вот он. Сюда иди. Их там целых двое даже. Вот и все. А он взорвется, интересно, мне вот сам? Да, он сам взрывается. То есть можно один раз его треснуть и все. Понято. Я что-то два все время раза их долблю. Ну ладно. Приготовили картокрысов. Вот был бы этот, как бы, репеллент бы распространялся бы на всех бы тут зверюк. Их это. Круто, крыс. Жалко, конечно, здесь нет этого. Бестиария. Хотя бы почитать про них, кто они такие. Откуда взялись. Ух ты, а ты чё враг-то, слышь? А чё он враг? Вот видите, как пошли мы по пустошам и всяких каких-нибудь мудозвонов встретили. Смотри-ка, протекторон враг ходит. А чё он враг-то ходит? Ну-ка. На всякий случай возьму. Попробуем к нему подкрасться. Насколько я помню, вроде бы их можно тут обезвреживать как-то, чем с ними и сражаться. И он находит такой. Ты чё, друг? Ты же всегда мне помогал во всём.
Ты слышишь, успокойся, там враждебная цель. Вот и все. Вот мудак. Так, металлолом, батарея, хорошо. Ну ё-моё. Фига у тебя тут внутренности. Прям как у живого выглядит. Все расхерачены. Так, тут что-то никаких ни локаций не видно. Так, просто местность и местность. Мост разрушенный. Ой, это не мост, это автотранспортная. Какая-то автокада или что. Магистраль. Ну а мы идем дальше. Давай сохранюсь. А то мало ли сейчас кого-нибудь встретим. Вот смотри, какая-то уже новая локация, где мы не были. Так, карта. Да, смотри, какая-то здесь локация интересная. Давайте заглянем. Это что, это светофор? А, это дорога когда-то была. Давайте зайдем в этот уютный, милый городок. Посмотрим, что тут есть. Ребята, я иду с миром, если что. Йо-йо-йо-йо-йо-йо, кто это такой? Вот этот чмо меня тогда убил, Яугай! Какой ты страшный, Яугай-то! Ты слышишь, успокойся, 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 успокойся! Тихо, тихо там! Смотри, какой он вообще страшный! Тихо там! Но так-то, в принципе, я справился с ним изично. Даже меня он не коцнул ни разу. Тогда он просто налетел на меня как-то это сзади. Он какой-то помесь медведя. Мясо. Урон плюс 10%. Нифига себе. Прикольно. Да, это какой-то мутировавшийся медведь. Да, сохранюсь-ка я. Не каждый день такого медведя убиваешь. Мутированного. Хорошо. Так, а что за локация, это интересно, меня интересует. По-любому же это какая-то живая местность. И какие-то приключения тут должны быть. Пусто. Пойдем с этой стороны зайдем. Даже рейдеров не видно. Тук-тук-тук-тук. Алло, опа-опа-опа, враги уже вижу. Кто тут, интересно, враг? Кто обитает? Их там много. Ага, рейдеры. Ну, понятно. Эти, ладно, чуваки. А вон они. Ага, вижу, вижу их. Тихо, как ты меня запалил-то? Ты чё, джо? Вот друзья, а? Ты чё, блин? Вот и всё. Один готов. Ой-ой-ой-ой-ой! Вы серьезно, что ли? Мне ноги все отхерачили. Офигеть, сколько вас там? Ну давай еще промахивайся. На, нахер, своих же, да? Да ё-моё! Блин, а? Давай срочно. В ноги херачим. Навыки. Так, помощь мне нужна. Чё возьмем? Очки движения плюс 30. Винтом закинуться, да? Давай закинемся. Мясо круто крысла съедается. Мясо от таракана срыгает, съедается. Очищенная вода выпивается. Психа, урон плюс 25. Давай, давай сюда. Их просто слишком много там. Так, и оружие. Вот эту пуколку убираем. Все-таки уже пошла ближний бой. Так, а что берем? Боевой дробовик возьмем. Потрошитель. Магнум прицелов нет. Так, тут 15 патронов. Давай его. Да, да, достреляем. Тихо, тихо там, ребята. Блин, а вот они гады. Ах ты гады. Так, что еще у меня есть? Миниган. Ну, миниган можно взять. И помощь. Наливные яблоки.
Так, что еще? Муравьиное мясо. Свинина с бобами. Сейчас, 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 ребята, все будет. Блин, все-таки надо этот стелс-бой взять. Стимулятор. О, летит какая... На нафиг. Ты красавец, слышишь? Он прям мне помогает так хорошо вообще. Ой. Давай-ка сюда иди. От него надо гранатомет надо взять у него. Не, ну кадр красивый, согласен. Так, давай сразу этого... Так, штурмовая винтовка не нужна, патроны возьмем, водку возьмем. Алкашку я тоже продаю. Где ты там? Так, патроны беру. Так, одни штурмовые винтовки у них. Шлем психорейдеров, ну это фигня все. Где ты, друг? Вот и все. А, у него патроны закончились, серьезно. Но это нас уже не волнует. Миниган — хорошая тема. Свинцовая труба, урон 9, нифига себе. Но нам такое не нужно, у меня есть потрошитель. Так, бутылочная крышка, гранатометный выстрел, грязная вода. А где гранатомет-то сам, слышишь, друг? А, вот он. Сломанный, что ли? Так, патроны. Так, тут что у нас? Пусто. Пусто. Так, сохраняюсь. Ну вот, получается, я еще никуда не ушел, а тут уже потратил кучу патронов всяких. Так, оружие, гранатомет. Вот он. Ну, конечно, он сломанный. Сломанное снаряжение нельзя использовать, понятно. Скорее всего, и починить его нельзя. Но мы его оставим себе. Так, разваленные Фэйрфакса. Понято. Мы его оставим себе, мало ли, найдем еще какой-нибудь гранатомет. И сможем это сами как-нибудь его зачинить. О! Вот это хорошо. Гранаты. Так, оружие возьму другое. Охотничье ружье. С ним как-то поспокойнее. Так, винт. Патроны. Патроны. Ну, хотя бы патронами разжился. Не зря сюда пришел. Так, это мы обрыскали, сохранились. Идем дальше. Пусто. А это прям какой-то город, да, тут мелкий? Так, тихо. Еще кого-то врага запалил. Так, хорошо. Ну, тут, скорее всего, одни рейдеры будут обитать. А я подумал, висит. Подумал, живой висит рейдер. Ага, вижу. А какая-то база у них тут. Да куда ты там стреляешь-то, слышь? Опа, нифига взорвался. Кто тебя так? Так, а ты куда бежишь, подруга? С ножом? Слышь, ты сама на меня кинулась. Успокойся. Я вот, правда, не знаю, кто там взорвал вас так. Так, гранаты зато есть. Не, ну они какие-то бичи тут. Прям бичи-бичи. Так, я сохранюсь. Я не понял, от чего тот друг взорвался. Может, он на мины какие-то нарвался. Но мины вроде свои были. Так, это куда? Так, это станция метро, понятно. Так, а здесь что? Ой! Фух. Какие-то растяжки. А он куда-то улетел, что даже я его труп найти не могу. Ва, вот он. Так, бутылочная крышка, штурмовая винтовка, патроны. Хорошо. Что еще тут есть? Так, трубцы висят. Ну, вроде все. Можно спуститься в метро, можно в какую-то еще непонятную...
уйти тут. Приключения. Ну-ка, давай-ка сохранимся. Это куда? Ремонтные туннели, хорошо. Ой, сколько тут добра! Винт действия закончилось, понято. Так, психа закончилась. Так, это забираю. Пистолета, гранаты. Обрез. Обрез. Да, он мне не нужен, как и эти. И пистолеты. Так, бутылки. Ой, эти как они. Ящики. Беру. 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 Это прям какой-то их схрон тут был. О, противопехотные мины набрал, отлично. Так, это что такое? Выключатель. А, ну все тут получается, да? Давай, активируй. Ух ты. Ага, и вижу врага. Здорово, друг. Капец, у него спина из стали сделана. Не убивай меня. Да куда ты погнал-то? Ну ё-моё, куда ты там? Ой! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! У меня здоровья мало. А, помощь. Так, стимулятор, да? Ну давай стимулятор. Оружие. Потрошитель, бери сюда. Вот и все. Сюда иди. Ага, ружбайки взяли, гады. Ладно. Я тебе сердце вырву. Вот черт. Будь я проклят. Да ты успокойся, слышит меня. Все. Здоровье, правда, просрал все. Так, штурмовая винтовка, свинцовая труба, патроны зато есть. Так, раз, чувак. Пачка сигарет, осколочная граната верну, молодец. Так, бюро. О, хорошо. Так, пистолет-пулемет возьму, чтобы починить свой. Так, здесь что? Броня. Взрывники. Кровище-то сколько? Так, хорошо, здесь что у нас? Это прям какая-то рейдеровская база. Так, стимулятор, хорошо. Так, сенсорный модуль, не знаю, для чего он нужен, мне он пока тут не нужен. Аптечка. Ну, давай использовать. А, помощь. Пюре. Так, дальше у меня грязная вода сюда. Что еще? Ну и стимулятор давай. Два стимулятора осталось, конечно, это плохо. Я, получается, только полпути прошел. Так, здесь что у нас? Гранаты он кидает крайне плохо. Вот прям плохо. Видимо, надо навык все-таки прокачивать. Так, куда пришел? Еще какая-то комнатка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Серьезно? Засранцы, а, блин. Так, бутылочная крышка. Патроны. Вот засранцы с моими минами тут. Все руки, блин, посломал, блин. С ногами. Гады, а. Вот уроды. Так, это наверх, да? Да, столичная пустошь. Подожди, еще обратно сходим. Я так понимаю, тут больше никого нет, кроме этих засранцев. Я, блин, себе и руку повредил. Ой, повредил себе ногу. И хер это все восстановлю, у меня два стимулятора осталось. Так, давай дальше идем. Надо врача будет идти. А у меня крышечек нет.
тоже, блин. Так, это куда? Куда-то затоплено все. Давай выпьем, кстати, в водичке попьем. Здоровье прибавим. А у меня есть, кстати, способность. Вот способности. Так, рад... Вот у меня рад... регенерация есть. Вот. В принципе, можно набрать радиацию и вылечиться. Попробуем. Не знаю, как это работает. Давай, пей водичку. Вот ты вообще, конечно, сам как мутант. Столько воды пить и капец. Так, вас покалечилось. А, ну это я знаю. Ну все, вот мы здоровье восстановили водой. И проверим, как это работает. А хотя я эту лучевую болезнь-то так и не набрал. Ну ладно. Так, снаряжение, так, информация, карта местности. Туда еще не ходил, да? А, ну это обратно вернуться. А, ну все, я там уже не смогу выйти, понято. Ну пошли. Где там был выход? Так, здесь что у меня? А, тут я дрался. Подожди, не понял. А там, получается, куда выход? Сейчас проверим. Тут-то, получается, я не был. Ну-ка. Открывайся. Так, а это куда? Ой-о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 й! Вот гады, а. А, ну это сюда же, все понял. Так, давай. Так, где вышли? Так, ну вышли где-то примерно там же, где и заходили. О, смотри, красиво. Врагов где-то вижу. Так, урна, так, сохранится. Так, это где, получается, карта мира? Это я все на развалинах Фейнфарк сохожу, понято. Все никак уйти оттуда не могу. И мне, получается, туда надо идти. Ну, каких-то два типа тут ходят. А, они вот где ходят. Ой, да ладно! Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Все, красава. Где второй? А, это турель. Серьезно? Так, ну турель, подожди, надо как-то ее уничтожить. Так, где у меня турель? Ага. Так, все, давай, бери ее. Ой! Не попадает, что ли, в тебя? А вот где отключить можно. Хорошо, сейчас. Так, давай ее взломаем, попробуем. Один правильный. О, сразу, смотри-ка. Красава. Так. Деактивировать. Все. До свидос. Все? Турель больше мне не страшна? А где она была-то? А, вот она. Ну, хорошо. Турель Марк 3. Вот. Вот это хорошо. Гранатометных выстрелов, конечно, уже набрал до хренищ. Ой, как хорошо. Стимуляторы, пакеты крови. Отлично. Поспим? Угу. Значит, рядом еще враги находятся. Понятно. Так, где эта подружка моя?
Так, бутылочная крышка, гранатомет, состояние хорошее, гранатометный патрон, револьвер, шипастая броня, отлично. Берем что, давай сразу ремонтировать. Так, оружие, где у меня гранатометы? Вот гранатометы. Давай, ремонтируй. Отлично. Теперь у меня есть один, худо-бедно, нормальный гранатомет. И выстрелов аж 11. Я, конечно, думаю, что не буду я их тратить на этих придурков. Ну, какие-нибудь одиночные цели. Ага, вот тут я изначально и был, понял-то. Мне бы поспать бы. Так, дротик, игрушечная машинка, грязная довоенная прогулочная одежда, ловкость плюс один, шипованный кастет. Да, много тут понахерачили всего. Кто еще, какие враги тут рядом? Я хочу поспать. Вы не можете отдыхать. Блин. Ну, пойдем еще разберемся с кем-нибудь. Так, тихо. Ха-ха-ха. Тебя-то я сейчас заметил тут. Ну, где враги еще? Так, это клозет. Понято. Ладно. Давайте не спеша пойдем. Там, походу, разберемся. Так, пей. О, очки здоровья 24, нифига себе. Сейчас пополним здоровье. Ваш уровень радиационного возражения повысился, но я этого, в принципе, и добиваюсь. Чтобы мои конечности, как верить моей способностью, как-то регенерировали, что ли. Все. Молодец. Так, сохраняюсь. Так, смотри, вот теперь проверяем. Так, статус. Вот у меня, получается, повреждение. Ну, давай посмотрим, как оно будет у меня регенерировать. Так, вроде затопал маленько побыстрее. Но я могу ошибаться. Так, обязательно смотрим мусорные ящики. Так, пусто, пусто. Эх, никто ничего интересного не положил. Да, звездная луна такая, звездная ночь. Красиво. Так, вас покалечило, но это я знаю. Я пока не хочу использовать стимулятор. Все-таки надеюсь, что радиация меня как-нибудь заживет. Ну так правильно, такой робот вообще. Гуляем, ходим. Разнесли какую-то базу рейдеров. Так, круто крысы. Так, круто крысов я не боюсь. Если что, реперентом их нахлобучу. Так, ваш шанс поразить цель равен нулю, согласен. Тыгадык. Так, это ты там все? Главное, все такие агрессивные, тут вся фауна такая агрессивная. Че, нету никого, кто бы был бы добрый. А хотя нет, коровы тут есть, эти брайны с двумя башками. Они не агрессивные. Но единственное, кто это? Тихо. А че вы такие злые-то, роботы-шпионы-то? Я че вам сделал-то? Смотри, он с кем-то там воюет. Ага, смотри, с кем-то воюет. Кто там? Так, открыть кексы. Из болотника, серьезно? Ё-моё. Ну-ка, я сохранюсь-ка. Я не знаю, что там кто такие. Мистер Храбрец? А ты чё злой-то, мистер Храбрец? Ой! Чё такие злые-то, мистер Храбрецы-то? Ну давай еще коси, давай. Ой. Что так косишь-то? Да ладно. Серьезно, блин. Ой, у меня все повреждено, блин. Просто все. Так, о, импульсивная граната, она как раз таки, по-моему, вот на них и действует. Да, она на них действует.
Это кто такие? Изгой братства, серьезно? Видали, а? Ну хоть мужики эти не враги мне. Ребята, я сейчас с вами поговорю, подождите. Так, топливо для огнемета, батареи их или еще? Привет, ты кто такие? На вашего брата у меня времени нет, туземец. Эй, туземец, иди себе. Агония, не да, берегись. Пожалуйста, проходите. Ты куда стреляешь, ты дурак, что ли? Так, я сохранюсь. Или ты его хотел добить? Мистера Храбреца? Так, я с вами. Так, мистер Храбрец, все. Уже не храбрец. Я, мужики, с вами пойду. У вас компашка такая интересная, какие-то изгои, братство, смотри. А чего вы изгои-то стали? Назад, туземец! Че такие злые-то? Пожалуйста, проходите. Робот забавный. Кстати, этот куда-то тут туда стрелял, когда еще какой-то робот-шпион там был, он Клава, куда-то туда он стрелял. Ой. Так. Че имеем? Че и... Куда идем? Ой, это кто такой? Здорово. Собака-мародера. Мародер. Эй, привет. Так, привет. Так, что есть на продажу? Взгляни. Добро пожаловать в забытую богом дыру. Не на что особо смотреть, но все это мое. Ха-ха-ха-ха. Да, не унывает, чувак. Так, пистолет, пулемет. А, вот эти еще надо починить. Так, что тебе продать можно? Водку продам. Ну, походу, и все. Кроме водки-то ничего и нету. Так, откровенная пижама. Психа. Да. Ядовитую железу рад скорпиона. Давай-то уже продадим ее. Она мне нафиг не нужна. У меня всего 30 крышек, серьезно. Кастет, ментаты, выкидной, одежда. Не, это все мне не надо. Выйти. С тобой приятно вести дела. Да? Пока. Пока. Слушай, у тебя поспать тут можно где-нибудь, нет? Вот здесь, к примеру. Серьезно, на улице стоят две кровати, и они все заняты. А что так плохо, да я в любой дом хочу ворваться, да и все. Так, ну что, куда еще тут можно зайти? Так, это какая-то локация, нет? Так, где я хожу-то вообще? Да, смотри, я прям далеко ушел. Но что-то здесь пока ничего не отмечено. Какая-то выжженная деревня. Кровать мне дайте какую-нибудь. И я тут. Так, ротокрысы. Так, ротокрысы мне не страшны. Тихо. Мужики, помогите, кто там воюет? Ой. А кто там? Любопытно. Позвольте представиться. Ха, робомозг, серьезно. Протектрон. Позвольте представиться. Блин! Да блин, вот эта груда железа, как она взрывается-то, эти сраные машины-то, вы чё? Серьезно, что ли? Привет. Привет, ага. Как эти сраные машины-то подрываются, вы чё, офигели, что ли? Каким макаром они вообще взрываются? Барахло старое. Взрываются, конечно, они знатно. Блин, а. Вот это вот херня. Это же, блин, бомбы замедленного действия тут стоят. В любую стреляй, и все взорвется. Так, давай, я тебе продам сразу. Эй, привет. Привет. Так, давай, продажу. Так, я тебе продам водку. И что-то у меня там еще было. А, вот, железу так. Все. Спасибо. Давай. Пока. Пока. Я пошел. Даже на кроватях поспать нельзя, блин, вот гад.
Так, сохраняюсь. Капец, блин, эти машины, а? Спрятался за ними. Ну давай, иди сюда, где ты там? Тихо там. Ой. А мне он не страшен, да? А ты умрешь, нет там? Есть. А, тут, короче, проволока, я думаю, что пройти-то не могу. На нафиг тебе там. Я надеюсь, ты сдох. Гады, а. Ничего, я их убью сейчас, я их замочу. Я это так не оставлю. Я закусился, все. Я готов их расстрелять, растерзать. Главное, идут такие компашки там. Вот тоже обитатели пустоши. Идут себе компашкой. Идут дорогой дружной. Ой-ой-ой. Серьезно? Да как так-то, а, блин? Ну что ты так издеваешься-то надо мной? Отлично, один готов. И второго давай. Все, отлично. Гады, а? Робомозг. Так, металлолом, батарея, хорошо. Ну ты гад, а? Чей мозг только запихали, непонятно. Так, металлолом, батарея, хорошо. И какие-то военные, смотри, видишь, у них там значок звезды. И они почему-то враги. Так, сохраняемся, вон видим церковь. Пошли в церковь. Я думаю, это там как-нибудь будет добро. Не знаю, почему я так наивно думаю. Ну, посмотрим. Капитана Космос. Йоу-е-е. Хорошо. Вот так вот. Да. Так. Какая-то машина Кока-Кола разрушенная. А что они какую-то тут локацию не сделали? Там типа вы нашли. Хожу-хожу тут. Как беспризорник. Ну вот единственное здание, которое уцелело, давайте в него и зайдем. Хотя оно так себе уцелело, конечно. Ага, это просто стена, да? О, радио. Ой! Кто меня подранил? Серьезно? Тихо, тихо. Че взять-то, блин? Я даже не знаю, кто там идет-то. Да кто это такой-то долбанный миниган, а? Нажимаю, нажимаю на него. Чё за урод? В церковь, блин, пришел. Ты слышишь, ты что там? Загружался и снова падал? Ты на какой-то пылесос походишь. Ладно, я так этого не оставлю. Идите сюда, засранцы. Да, ну видите, на пустоши какая жизнь прорацветает. Все какие-то ублюдки ходят, какие-то роботы, какие-то изгои. Кого только нет. А там какой-то чувак бежал, получается, добрый, сгорел. А второй какой-то психопат. Давайте попробуем спасти, не знаю, удастся спасти, не удастся. Так, сразу оружие выбираем нормальное. Так, что возьмем? Так, китайский автомат не берем. Давай китайский, кстати, автомат возьмем, точно. Хотя какой он китайский? Это наш автомат, просто они копии себе понаделали, вот и все. Наш добрый АК. Так. Кто там, где, сюда, иди. Откуда они прибежали-то, эти ублюдки? Их же тут нету. Или они загрузились, когда я прошел?
Так, тихо, вот здесь что-то... А, тут вот получается. Растяжечка. Так, кто-то... Рейдер. А второй кто? Давай сюда, иди. Вот и все. Ты кто такой? Так, обитатель пустоши, ладно, хорошо. Так, там музыка какая-то играет. Скорее всего, она палевная. Так, тихо. Скорее, скорее, скорее музыку. А, музыку надо. Опа! Так, музыку выключаем. Да, ты выключайся. Так, кто где еще? Прикинь, кто-то еще в меня стреляет. Так, с учетом ваших познаний во взрывотехнике, вы, пожалуй, сможете обезвредить связку гранат и забрать сами гранаты. Давай. Отлично. Еще тут сколько растяжек-то, ё-моё. Так, обезвредить. Отлично. Так. А тут кто висит? Непонятно. Так, смотри, могу поспать. Вот здесь мы с вами сейчас и поспим. Так, патроны беру. Ой, сколько тут патронов-то. Прикольно. Так, обезвредить. И опыта поднабираемся. Самовыстреливающийся дробовик. Навык ремонта 45, понял. Так, бафаут, винт, пульверизатор. Довоенные деньги, радио. Листодув. Ядерный выстрел, офигеть. Так, что тут еще есть? Железнодорожные костыли, скороварка, кожаный ремень. Тут прям какой-то самоделкин жил. Кстати, кто это? Обитатель пустоши. Ядовитая, серьезно. Кто там идет? А, это эти, что ли, ребята ходят? Охранник кар... А, это эти... Караванчики ходят, ну, понято. Ладно, мы тогда спать заваливаемся, давайте. Давайте поспим. Так, сколько спать? Ну, давай 8 часов. Все, спим. Спим, никому не мешаем, все нормально. Отлично, утро. Вот теперь здорово. Так, что тут еще осталось? Кулачный бой, отлично. Книжку можно прочитать. Так, давай сразу читать. Помощь. Без оружия увеличена на 2. Хорошо. Можем только так открывашки вскрывать. Так, ну что, продвигаемся тогда, получается, дальше по нашим пустошам. Да, карта мира. Да, мы, смотри, пол дороги протопали, но никаких локаций новых не открыли. Зато всяких мудаков встретили. В том числе и с огнеметами. Кстати, а огнемет-то я взял? Оружие. Нет, смотри, огнемет я не взял. А у него же огнемет был, подожди-ка. Так, ты перезарядился, что ли? Подожди, этот же мудак с огнеметом был. Да, смотри, огнемет. Все. У меня теперь есть огнемет. Ха-ха. Но огнемет, я так понимаю, он эффективен, наверное, против каких-то врагов. Да? Да, смотри-ка. Будем пускать. Отлично. Ну, вы слушайте, столько уже оружия у себя приобрели. Патронов, конечно, на них не хватает. Но оружие, конечно, можно просто вообще уже с какими угодно противниками бороться. Но идем дальше. Какая-то интересная, смотрите, локация вон. Далеко просматривается. Давайте посмотрим карту мира. Это вот где-то там аж. Какое-то здание такое. Выделяющиеся. Так, тут что у нас? Ой-ой-ой, мужики, здорово. Так, я сохранюсь-ка. Так, а у меня в сон вылечиваете, как они мои? Да, все, смотри, вылечилось, отлично. Рейдеры. Какие-то рейдеры прокачанные. Тихо-тихо-тихо, уходим. Отлично, в кощерышку. Отлично, прилетело. Так, где этот придурок? А, это вот она. Придурка бегает. Ах, ты присела. Так, хорошо.
Чем бы тебя достать? Че у меня есть такое крутое? Магнумом, конечно, было бы хорошо, но не достану. Так, пистолет-пулемет, давайте отремонтируем. Хорошо. Так, что еще могу отремонтировать? Так, больше пока ничего. Так, чем бы тебя достать? Снайперки вот тоже нету. Лазерный пистолет, пистолет-пулемет. Тут бы по-хорошему бы как-нибудь бы спрыгнуть. Да успокойся там, слышь. Вау! Вот это хорошо, так тебя почикали. Прям так хорошечно. Так, давай я сохраняюсь. Какую-то интересную локацию нашел. Какие-то товарные составы. Какая-то база, что ли, рейдеров или кого, не пойму. Так, спрыгну. Что тут имеем? Эти рейдеры вообще такие. Так, охотничье ружье, патрон, охотничье ружье возьму, будем чинить. Так, броня 9. Это какое-то тяжелое оружие, взрыв. Ну, кстати, шлем интересный. Да. Эти вот рейдеры, они тоже, кто такие вообще? Это просто люди, которые не хотят жить по, как все, что ли, по правилам. В городах, еще где-то. Живут каких-то непонятных. Так, аптечка берем. Так, бутылка из-под виски не интересует. Пойдем дальше. Кстати, пистолет-пулемет очень прикольный. Мне нравится. Так, эта подруга, блин, упала он вообще туда. Так. Ну, пошли вниз. За ней. Так, кастет, охотничье ружье, патроны. Вино. Винишко есть. Так, давай чинить. Оружие. Так, где у меня охотничье ружье? Все, починили, хорошо. Так, а вагоны можно открыть? Не, вагоны не открываются. Ну, плохо. Я думал, может, что в вагонах интересное можно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Серьезно? Смотри, сколько мин. Обезвреживаем. Нифига тут вы мин понаделали. Это получается для защиты оттуда. Ну, мы их хотя бы в землю бы прикопали бы. А то так-то что? Бесполезно. Так, залезть могу? Не, фигня. Ну, погнали дальше. Чего, где, непонятно. Нахожусь, конечно. Никакие ни локации, ничего не отмечаются. Так, там я спрыгнул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо. Кого-то порвало. Но не меня. Ой! Руку опять себе сломал. Ну, ё-моё, а. Так, ну давай возьмем этот стимулятор. Так, помощь. Я ж понабрал их там. А, рука, смотри, регенерирует. Работает, слушай, кар. Работает эта вся схема. Так, сохранюсь. Ой-ой-ой-ой-ой, ты откуда, друг подруга? Ё-моё, а! Так, тихо, оружие. Вот она появилась, подруга. Так, миниган брать не буду. Лазерный пистолет. Кочерышку давай сюда. Все, молодец. Голова с плеч. Где еще друг? Ой, бежит, смотри. Я прям терминатор.
Так, критическое попадание, хорошо. Отлично, еще и упал. Замечательно. Так, ты кто-то там такой? На тебе. Отходи, отходи. Блин, опять надо... Подожди, помощь. У меня же есть еще... Так, мясо Яугая будем брать? Давай, возьмем. Кексы давай возьмем. Так, что еще можем взять? Пакет крови бери. И все, больше у меня ничего нету. Ой, как он рассыпался-то. Хорошечно. Так, шипастая броня, это все мне не надо. Пойдем. А кто еще где? Показывает еще кого-то ублюдка. Ладно, сохраняюсь. Чтобы не погибнуть. А этот прям в пыль превратился. Так, взял. У меня еще 3 патрона тут есть. Так, тут у меня... Ну, это тоже с пистолетом был... Ой-ой-ой, лошара. Тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, а. Ой, это урод, а. Оружие. Так, противопехотную мину давай сюда поставим. Давай сюда иди, друг. Так, тихо. Так, чем бы его тебя сейчас расстрелять бы, а? Так, китайский автомат берем. И давай вот прямо вмачивай. Отлично! Ой, как хорошечно. Ну, кстати, ты на мину наступил. И даже ногу тебе не оторвало. Прям красавчик. Так, смотрим дальше, кто тут еще. Пока держимся. Так, еще врага видим. Где вот он, интересно? Ну, где-то там. А вон он что-то стреляет, да? Ага. Так, ладно. Так, шипастая, шипастая. Все, тут нашли, все нормально. Так. Куда-нибудь безопасное место бы мне бы уйти. Так, тут какие-то рабы. Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо-то. Ах ты, гад, а! Прибил меня все-таки. У меня, смотри, как палец прямо так в положении. Я стреляю. Ну, ё-моё, а! Вот урод. Это я так в убежище, напоминаю, попадаю. Тихо там. Я, получается, загрузился и его не убил, да? Прекрати, у меня... Так, убью, не убью. Посмотрим. Серьезно? Отлично! Просто на одном этом. Так, патроны берем. Что тут еще? Ой, фух. Так, патроны забрал. Кто там? Мутант, что ли? Точно. Вот вы, ребята, даете. Офигеть. Не, я его выпускать точно не буду. Ну, либо его убью там. Так, давай сейчас еще подлечусь. Так, муравьиный нектар нет. А что, серьезно, и подлечиться нельзя? Ладно, сохранился. Просто пройду, посмотрю, что там-то как. Давай, давай, сейчас порвешь меня, давай. Голову сюда, давай.
Отлично! Красавчик. Так, дурочка бежит. Вот она меня нахренючила. Прибежала, смотри, а гадина. Так, а стимуляторы-то у меня остались еще? Да, два есть. Ладно, примем два стимулятора. Может, всяко как-то на базе здесь найдем. Так, друг, сюда иди. Кочерышку свою давай сюда же. Ну, вот так же, отлично, убили его. Ой, какой он кульбит-то исполнил. Еще и в костер. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ты слышишь, я только здоровье себе прибавил, ты мне опять его отнимаешь. Это кто, интересно, так говорил сейчас? Тут просто врагов до хренища. Куда я попал, я не знаю. Ой, только поганый, давай сюда иди. Ой, как хорошо-то, снес просто. Хедшот. Так. Вы нашли Evergreen News. Серьезно? А вон и та дурочка бежит, которая меня тогда прикончила. Понято. А здоровья мне больше нет прибавить, только если тут на базе найти что-нибудь. Так, это просто лежит тут, отдыхает. Да куда ты бежишь-то, слышь, друг? Голова, что ли? Так, тихо, надо принять этот свой наркоту. Винт. Где ты там? Давай, иди сюда. Отлично! Красавы! Так, патроны возьмем. Ну и все. И этого тоже патроны заберем. Хорошо. Здорово. Ну давайте я на этом здесь сейчас и закончу свое путешествие. Да обчистим, так сказать, эту локацию в следующей уже серии. Так уже долго ее зачищаем, наши приключения на пустошах затянулись. Но зато, видите, рейдеров, так сказать, сокращаем популяцию рейдеров на пустошах столичных. Все, сохраняюсь. А с вами был Чердак Норбу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Буду очень вам благодарен и рад. И до скорых встреч. Пока-пока.